неловкая потеря мяча. Амири лихорадит. И быстрая атака получится у Леванты. Подача. Надо забивать. Конечно же. Почему нет? Каса де Сус делает счет 2-0. Это неприлично выглядела сейчас защита Альмерии. А вот и те 300 человек, да, болельщиков Гранотас, которые собирались приехать на этот матч. Виктор Каса де Сус забивает шестой уже мяч в этом сезоне. Началось все вот с того, как Хулиан неудачно выбил мяч вперед. Быстрая атака. Передача Моралеса. И Каса де Сус промахнуться здесь уже, конечно же, не мог. И Хосе Марин, конечно, все это начал. Если первый мяч был забит после атаки с левого фланга,